Привет, это Михаил Пайкин, и сегодня воскресенье, а значит, наша тема – интеграция. Каждый день я рассказываю, каждый день обсуждаем какую-то тему, список тем в описании. Интеграция – это, знаешь, как это, когда, например, я уверенный такой, я решил, что я это сделаю, я прям сделаю. Мы с тобой, это ж надо полгода в какой-то системе находиться, аж ужас, все внутри дрожит. И где-то там внутри, чем громче да, тем громче нет. Чем громче нет, тем громче да, такие мы люди, мы противоречивые существа. В тот момент, когда я принимаю твердое решение, что я вот это сделаю, там внутри какой-то голосок, он говорит, когда мы сопротивляемся себе же самим, потому что мы что-то решили, а что-то в этот момент говорит нет. И нам кажется, что нашу решимость усилит, если мы вот эту часть вторую, сомневающуюся, если мы ее забьем, и заткнись, тварь, все получится. Так вот, это дезинтеграция, потому что мы, получается, сами против себя в каком-то смысле идем. Мы как будто не разрешаем себе же быть какими-то. А интеграция, друзья мои, это мы говорим в этой части, второй, которая якобы нам мешает, а на самом деле помогает. На самом деле в этот момент интеграции происходит, когда мы понимаем, что ничего нам не мешает, нам все только помогает, все только для нашего блага. И вот эта часть сомневающаяся, она во благо. И тогда ты говоришь, моя хорошенькая, ты сомневаешься, да? Иди ко мне. Да, сомневаюсь, а вдруг у нас не получится, мы будем мудак. Я ж люблю тебя, мудак тоже, мудак, идите, где мудак? Где Миша мудак, который не справился с обязательством? Иди, мой хороший, иди. Да, я не справился, но я люблю тебя, люблю, мой хороший. Вот так вот. Любовь. Это интеграция. Любовь – это когда мы принимаем в себя, интегрируем, не заставляем где-то стоять в сторонке. Ты уверенная часть личности, давай, молодец. А вы, уроды, неуверенные, кто облажался, в жопу идите. Это не я. Так это тоже я. Вот это интеграция. Интеграция, когда ты понимаешь, что все это тоже ты. И с другими людьми также. Понимаете, мы что-то начинаем в других отрицать. Это дезинтеграция. Мы также с собой дезинтегрированы. Вы все, таких не хочу людей. Таких не хочу. Да я такой, раз я это вижу, это я. Идите ко мне, мои любимые подлецы, сволочи, негодяи, уроды, подкаблучники, слабаки. Это воскресенье. А в понедельник у нас, смотрите, какая тема в понедельник, вот она у нас и будет. Пальцы вверх, вы знаете. Интеграция. Че это я буду Пайкину ставить лайк, но он в его в пень? Это дезинтеграция. Пайкин тоже лайк. А чё, Пайкин-то, смотри, тоже лайк. Иди ко мне, тебе лайк поставлю. Интеграция, ребят.